Здравствуйте, дорогие друзья! Мы пришли на наше любимое мероприятие. И все знают, как это мероприятие называется. А это мероприятие называется «Охота, рыбалка и туризм. Выставка 2017». Сейчас осень, поэтому немножко прохладно. И давайте уже зайдем вовнутрь и посмотрим, что нового этой осенью предоставят наши производители, наши друзья. И, может быть, с кем-то еще познакомимся из новеньких. Поехали! Добрый день, дорогие мои! Добрый день, рыбаки, охотники, путешественники, туристы! Мы долго ждали этот праздник. Он работает, он открылся. Очередная выставка «Охота и рыбалка» открылась на левом берегу. Здесь можно найти все. Все, что вы хотите. Для рыбалки, для охоты, для отдыха. Мы вас ждем. Тут очень интересно. Приходите не только один. Приходите с семьей, приходите с детьми. Для всех тут найдется место. Удачи вам! Мы вас ждем! Ну что ж, друзья, лабиринты выставки привели нас на замечательный стенд компании «Ibis». Компании, которая развивается во всех направлениях, которая каждый год радует наших рыболовов новинками, которые каждый год все больше и больше расширяется, с чем мы их и поздравляем, и желаем только вперед и только побед. Ну а первым человеком, который вам расскажет о своей продукции, о той продукции, за которую он, так сказать, отвечает, будет у нас Михаил Богданович, спортсмен, красавец, ну и, конечно же, хороший человек. Миша, тебе карты в руки, рассказывай, что у вас нового. Приветствую вас, друзья, на стенде торговой марки Brain. Сразу же хотелось бы поделиться с вами эмоциями нашего пройденного сезона, плотного года, над которым мы работали, для того, чтобы порадовать вас нашими новинками. Мы расширили немножко ассортимент кормушек, добавив кормушку для пелица, добавив и расширив ассортимент кормушек для реки, то есть мы их просто сделали более разнообразными, и самая основная, которую уже показывал ранее, с грунтозацепами. Порадовали немножко любителей поплавочной ловли и ловли флетфидером нашей крутой оранжевой шаролепкой, и в итоге уже добили до конца нашу, можно сказать, первую катушку для тяжелых условий, для ловли филет-фидером и удилищами экстра-класса The First. Уже как бы есть она в продаже, поэтому можно приходить, смотреть и радоваться. Новинкой следующего года будет катушка в более бюджетной серии. Это катушка Accent. Вот такого красивого дизайна. 6+1 в размере 6000. Самой интересной добавкой это есть удилище Apex Double, которое мы поняли по прошлому году, что людям это нужно, люди могут ловить универсально, при этом ходят они в более бюджетный ценовой диапазон, и мы расширили их полностью от 2,7 метра до 3,9 и тестом 180 грамм. То есть теперь любой рыбак, который не знает, где он будет ловить как и не хочет тратить очень много денег, может перекрыть полностью свои потребности в удилище. Напомню сразу, что это за удилище. Это удилище универсальное. Оно является так как фидерным, так и карповым за счет смены верхнего колена. Получилось сделать карповое удилище, получилось сделать хорошо. И самое главное, получилось их сделать красиво и качественно. И теперь любители ловли карпа смогут спокойно протестировать наши удилища в тестах и длинах 3,9, 3,6. И побросать с помп нашей новой сподовой палкой до 6 лб. Для любителей фидерной и поплавочной ловли мы тоже сделали пару добавочек в нашей линейке существующих удилищ и пополнили, изначально пополнили
ручками, очень долгожданными, длине 3,4, запустили их в линейку Phantom. Для уже более продвинутых ребят, которые что-то понимают в удилищах, которые хотят ловить более высокого качества удилищами, более красивым продуктом, мы запустили удилища в линейке Distanza, которое само название за себя говорит про дальние дистанции. То есть это удилища heavy класса, они идут в длинах 4,2, 3,9, 3,6 метров, ну при высоких тестах. Для фанатов ловли поплавком мы расширили линейку Phantom и сделали маховые удилища от 4 до 7 метров и баллонские удилища от 4 до 7 метров, которые относятся, сразу скажу, линейка Phantom для, можно сказать, более продвинутых рыболовов, которые ценят какие-то определенные моменты и подбирают под условия. Это все, что мы показали на осенней выставке. До встречи. И дальше, я думаю, продолжит Федор Булько на стенде Select. Пока! Привет, друзья! Наконец-то на нашем рынке появились палки, которые отличаются не только своей ценой, но и качеством, и ярким дизайном. Я хотел бы вам показать 5 моделей, которые предоставлены в бренде Select Pro, которые уже доступны и которые уже радуют рыбаков. Первая модель, на которую хочу обратить внимание, это форелевая палка Luna Trout. Серия специально разработана для ловли прудовой форели. Она мягкая, moderate slow строй, отлично подходит для ловли на микрокалибалке. Следующая модель Select Pro Luna. Это более универсальная серия удилищ. Легкие модели, которые также подходят для ловли прудовой форели, а более тяжелые, они универсальные, они хорошо себя зарекомендовали на малых речках. У них живая вершинка, ими хорошо ловить на вертушки, колебалки, воблерки. И в то же время у них более жесткий комель, что позволяет с уверенностью вываживать трофеи более крупные. Следующая модель Select Spark. Серия микроджиговых удилищ. Бюджетная серия в красивом дизайне. Отлично подойдет для рыбачков-новичков, которые хотят попробовать себя в рыбалке или которым просто не нужны дорогие снасти. Удилище имеет быстрый строй, имеет клейку. Клейка окрашена в яркие цвета, что дополнительно позволяет визуально отслеживать неровности дна во время проводки или поклевки осторожной рыбы. Select Pro Viper. Ну, наверное, это моя самая любимая палка. Она отлично подходит как для джига, так и для твича. У нее ярко выраженный быстрый строй, отличная чуйка и отличные бросковые характеристики. Последняя серия – это Select Warrior. Спинги предназначены в первую очередь для береговой ловли на дальних дистанциях. Эти спиннинги длиной от 8,5 метров и до 3 метров. Также они могут быть использованы для морской рыбалки. Хорошо они подойдут для ловли жереха на берегах Днепра или больших водохранилищ. У этой удочки специально сделана длинная рукоятка, чтобы можно было делать максимально дальний заброс в две руки. Как и все модели удилищ серии Select Pro, тюльпаны окрашены в яркий цвет для дополнительного визуального контроля и информативности. Теперь хочу передать слово для своего коллеги Павла Лисовского. Спасибо. Приветствую зрителей телеканала «Трофей» на стенде «Фаворит». Это самый большой, самый красивый стенд на этой выставке, он, по крайней мере, по моему личному мнению. И я сейчас хочу вам показать новинки этого бренда, которые мы представляем на осенней выставке. Подходите, пожалуйста, ближе к нашему стенду и смотрите. Первое. Линейка удилищ X1. Есть такое понятие, что дешевый спиннинг хорошим не бывает. Стереотип. Так вот это конкретное удилище, это наша новинка в бюджетном сегменте, она разрушает данный стереотип.
потому что удалось сделать бюджетное, качественное, чувствительное, сбалансированное удилище, которое подойдет как начинающим, так и рыболовам среднего уровня, которое имеет широчайшую модельную линейку, состоящую из 13 удилищ, в которых представлены тесты от 0,5 грамм до 12-35 в разных длинах, в разных спецификациях. То есть есть удилище строя Fast, есть строя Mod Fast, есть Moderate для разных задач. То есть если человек ловит там голавля на кренки маленькие в малой реке, он возьмет себе удилище 602 серии с тестом там 0,5 грамм, будет кидать маленькие воблеры, колебалки, поймает свою рыбу. Кому-то нужно твичить рудру, и для этих целей есть удилище. Кому-то нужно ловить с лодки джигом судака, и под это найдется удилище, например, с тестом, скажем так, диапазона, например, 7,21 или 9,28. Поэтому вот такая вот удочка замечательная, скажем так, с точки зрения бланка в первую очередь, потому что бланк здесь это ее, как бы, как по моему мнению, самая сильная сторона. Он прочный, он легкий, он звонкий, он оснащен, скажем так, топовой фурнитурой, как для бюджетных изделий, кольцами, расставленными по КР-концепции. У него эргономичная, удобная рукоять с надежной гайкой. И это удилище является сбалансированным, что тоже немаловажно. В бюджетных удилищах раньше добиться сбалансированности снасти было очень непросто. Про наш бюджетный прорыв, про новинку X1 я вам сейчас рассказал. Переходим к удилищам чуть более дорогого ценового сегмента, которые имеют уже определенную специализацию и рассчитаны для определенных условий ловли. Линейка Arena Stream. Серия удилищ, предназначенная для ловли рыбы на течении с помощью воблеров, металлических приманок, таких как колебалки, вертушки. При большом желании и необходимости позволяет также самовменяемо и комфортно ловить и на джиг приманки. Линейка состоит из трех удилищ с тестами до 5, до 7 и до 10 грамм. Тестировалась в самых разных условиях, на разных водоемах. Для примера, удилищем с тестом 3-10 грамм я вот в недавнем своем выезде, посвященном ловле карасфорели и хариуса, ну чисто по случайности поймал там 7-килограммовую щуку, и это как бы, ну, дало ей такой вот жесткий тест-драйв. То есть удочка такая достаточно деликатная, но при этом все выдержала испытание на прочность вываживанием большой рыбы. Ну, скажем так, ну, не в слишком сложных условиях, но тем не менее, сам факт наличия рыбы весом 7 килограмм на легкой снасти – это уже очень серьезное испытание. Фишкой этой серии удилищ являются кольца с вставками из торза. Это что достаточно редко можно встретить в удилищах в ценовом сегменте до 2000 гривен. Кольца расставлены по КР-концепции, высококачественная пробка, эргономичный катушкодержатель в таком японском стиле под красное дерево. То есть это удилище, кроме того, что является функциональным, оно еще и красивое, и приятно его просто взять в руки. Вот оно даже доставляет определенное эстетическое наслаждение просто от того, что ты его держишь в руках. Переходим дальше. Микроджиговое удилище. Обновленная линейка удилищ «Фаворит Импульс». Это удилище из Pro-серии, это наша самая топовая линейка, в которую мы оснащаем самой топовой фурнитурой, самыми передовыми материалами. Здесь применяются многонаправленные карбоновые обмотки бланка, которые усиливают его, позволяя делать форсированное вываживание рыбы, в частности и в сложных условиях, либо когда нужно в соревновательном режиме рыбу максимально быстро доставить на берег. Потому что это спортивный класс удочек, очень часто используется на разных соревнованиях и фестивалях и позволяют ребятам максимальных результатов, имеют максимальную чувствительность, поскольку изготовлены из самого высокомодульного материала, графита Торрей 46 тонн, оснащены самыми лучшими, самыми передовыми кольцами Фуджи с вставками из торзайта, вот такие вот декоративные красивые функциональные элементы из карбона, линейка тестов максимально подходящая для берегового спорта, удочка первая с тестом до 7 грамм, 76 длине с тестом до 10 грамм, 79 длине и с тестом до 12 грамм в 83 длине. То есть закрывает практически все потребности рыболова, участвующего в береговых спиннинговых соревнованиях. Перемещаемся дальше. Удочки для суровых рыболовов, для ребят, которые ловят большую рыбу на больших глубинах, крупными приманками, твичат щуку крупными воблерами 130 мм. Это линейка «Фаворит Шарт». Удочка изготовлена тоже из самых топовых материалов. Восьминаправленная карбоновая обмотка практически до самой вершинки, которая позволяет сделать удилище очень жестким, прочным, звонким и позволяет делать форсированное вываживание в сложных условиях. К примеру, ловля в коряжнике. Вам садится щука-пятерка. Вы, ну, допустим, с более легким
этим удилищем не будете знать, что делать, с этим удилищем вы ее можете просто брутально выкорчевать, вытянуть, скажем так, не беспокоясь о том, что снасть вас там подведет. Потому что вот еще один стереотип, который присутствовал у рыболова в Украине, это типа есть там какие-то там американские, назовем там, спиннинги, которые там мощные, которые там крепкие, которые там написано до 21 грамма, я ними кидаю 40. Вот, и, ну, как бы, вот есть люди, поклонники таких вот удилищ, которые бы были короткими, легкими, звонкими и неубиваемыми. Это вот как раз речь идет про вот это удилище. Оно позволяет диктовать рыбе свои условия, получать свой адреналин на рыбалке, потому что оно невероятно чувствительное. Делается в двух вариантах оснащения по фурнитуре. Это первое, кольца Fujial Kanite, это более бюджетная линейка, и оснащение кольцами Fuji Tarzite. С оснащением Fuji Tarzite есть две версии. Есть версия в одночасном исполнении и версия в двухчасном исполнении. Одночасник позволяет добиться максимальной чувствительности и точности заброса, и при этом он максимально крепкий, поскольку отсутствует стык между частями, а любое неразборное удилище всегда является более крепким, более неубиваемым, чем такое же удилище, состоящее из двух частей. Это вот что касается удилищ для суровых ребят, которые ловят большую рыбу на глубокой воде, на крупные приманки. То есть теперь нам есть их чем обрадовать и удивить. Это линейка Favorite Shark. Запоминайте, ребята, если вы ловите большую рыбу, это для вас. Сейчас, ребята, мы перешли вглубь стенда Favorite, а именно к стенду с катушками этого бренда. Самая главная и самая важная новинка этого сезона – это катушка Favorite Arena. Вот она находится перед нами в трех различных вариантах исполнения. Это первая лайтовая катушка у нашего бренда, которая позволяет использовать ее в комплекте с нашими самыми легкими удилищами, в частности, с удилищами ProSeries, которые в первую очередь, например, используются для берегового спорта. Поскольку удилища были легкие, тонкие, звонкие, чувствительные, но им не хватало легкой катушки для комплекта. Вот. Такая катушка создана, она называется Favorite Arena. Имеется три типа размера. Размер C1500S, C2000S и C2500S. Самая тяжелая катушка в серии 2500 размера весит 220 грамм, самая легкая 178. То есть вы можете себе представить, что такую легкую катушку вы сможете использовать практически на любом ультралайтовом и лайтовом удилище и при этом иметь сбалансированную легкую снасть с легким плавным ходом, с идеальной намоткой, с хорошо и плавно регулирующимся фрикционом. И кроме всего прочего, очень важный момент, который я бы хотел озвучить всем поклонникам нашего бренда, это то, что с осени этого года мы предоставляем годичную гарантию на все изделия нашего бренда. Это касается катушек, удилищ, всей нашей спиннинговой программы. Поэтому, ребята, покупая наши изделия, вы можете быть уверены, что в случае любых вопросов, связанных с возможным либо там производственным браком, либо с каких-нибудь непонятных спорных моментов, вы всегда можете полагаться на нашу гарантию, наши гарантийные обязательства. Поэтому всегда, покупая изделие Favorite, помните, что вы должны получить вместе с изделием и гарантийный талон. Это ваш залог уверенности в вашем и вашего комфорта на рыбалке, что вы не будете ни о чем думать, вы будете спокойны и будете ловить рыбу с удовольствием. Проходим дальше. Сейчас мы попали внутрь экспозиции стенда и находимся возле новинки бренда Sunline, а именно шнура Siglon PE, который вы видите вот в двух таких вот дизайнах. Первая – это красная упаковка, это восьмижильный шнур, и синяя упаковка – это четырехжильный шнур. Основные преимущества четырехжильных шнуров – это неубиваемость и, скажем так, дешевизна. Преимущество восьмижильного шнура – это гладкость, мягкость, плотность плетения и тихий вылет. Что мы имеем в этом новом продукте? Мы имеем новый материал от Sunline, который называется EXPE, что в расшифровке значит Excellent PE. Этот материал при сохранении тех же самых прочностных характеристик, которые использовались раньше, стоит существенно дешевле. Для примера, всем известный санлайновский шнур под названием Super PE, который знает и пользуется вся Украина уже больше 10 лет, имеет стоимость порядка там, на 20% больше, чем вот такой вот, ну, скажем так, новый продукт от Sunline. То есть раньше это был самый бюджетный шнур, и для некоторых
пользователей был психологический барьер покупать шнуры там, дороже там, 500 гривен или там, 500 гривен, то вот сейчас вот такие вот бюджетные изделия появляются, при этом крепкие, качественные и самое главное еще и с разным выбором, они есть в оранжевом цвете, есть в темно-зеленом цвете, есть в мультиколоре. То есть каждый по своему желанию сможет подобрать цвет под себя и сможет подобрать под себя, что он хочет, иметь преимущество 4-жильных шнуров или 8-жильных и при этом весьма бюджетный ценник за японский качественный новый шнур. Поэтому просьба всех, у кого заканчивается шнур на бобине его катушки, обратите на него внимание, тестируйте, получайте свой кайф на рыбалке. Наши новые шнуры всегда вас порадуют. Спасибо вам, ребята, что пришли на наш стенд. Мы всегда будем рады видеть вас снова и показать вам свои новинки, которые мы на каждую выставку привозим. До новых встреч и всем пока, всем телезрителям желаю хороших рыбалок и больших уловов. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наше шествие по выставке «Охота, рыбалка и туризм 2017. Осень» и зашли в гости к нашим друзьям, хорошим ребятам, люди, которые делают и продукцию, и делают целые соревнования, создают, в общем, рейтинг форелятников, ну, занимаются всем, чем только можно. Мы рады встречать SV Fishing каждый год и в этот раз особенно. И Тарас Рычко более подробно расскажет о своем стенде и о новинках, по блеснам, по колебалкам и по всему, что как бы есть. Передаю слово Тарасу. Давай. Уважаемые телезрители, в первую очередь я хотел бы начать с небольшого предисловия. Компания SV Fishing с 2011 года производит колеблющиеся блесна в Киеве. Мы делаем колебалки ультралайтовые и лайтового размера для ловли щуки, окуня, головля и другой хищной рыбы. Наш ассортимент насчитывает 6 моделей колебалок от 1 грамма и до 15. Среди новинок этой выставки мы представляем огромный ассортимент наших колеблющихся блесен. В первую очередь, конечно же, это блесна для ловли щуки. Поскольку на дворе уже осень, большие веса пользуются спросом. Это колебалки размером от 7 грамм и до 15. Для ловли на глубинах от 1 и до 5 метров. Кроме этого, компания SV Fishing также проводит международные соревнования по ловле форели. Это соревнования Trout Mania. В этом году они прошли уже в 4-й раз. Среди участников Trout Mania сильнейшие спортсмены не только Украины, но и ближнего зарубежья – Словакии, Белоруссии и Литвы. Также на этой выставке мы анонсируем наш новый проект – интернет-магазин колеблющихся блесен SV Market. В этом магазине вы сможете найти наши колеблющиеся блесны в самом широком ассортименте, в самой большой цветовой гамме. А сейчас мы пройдемся по модельному ряду нашей компании. Одной из наиболее известных нашей блесной является блесна «Кокетка». Это блесна классической формы тела весом 7 грамм. Подходит для ловли большинства хищников наших водоемов – щуки и окуня. Но также эта блесна может с успехом применяться и при ловле крупного головля, при ловле судака и другой хищной рыбы. Кроме этого, эта блесна обладает отличными полетными характеристиками, с ней очень найти общий язык даже новичку, поскольку она работает даже на самой простой и равномерной проводке. Осенняя ловля щуки не может обойтись без больших колеблющихся блесен. Перед вами блесна «Индивид» весом 15 грамм. Блесна провоцирующего цвета очень хорошо действует именно по осеннему хищнику. Такие блесна можно применять на глубинах от 2 до 5 метров. Медленная равномерная проводка с чередованием паузами очень хорошо действует на осеннего хищника. Также я рекомендую использовать эту приманку на ступенчатой проводке. Когда мы забросили эту блесну и дали ей утонуть, выжидаем паузу несколько секунд, подрываем и делаем равномерную проводочку и снова делаем паузу. Именно в такие моменты неактивный хищник добирает приманку и следует жесткая атака. Отличительной чертой всех колеблющихся блесен SV Fishing является использование одинарного крючка. Это обусловлено и повышенной проходимостью колебалок, и, как ни странно, лучшей засекаемостью рыбы. Мы не подражаем другим, мы просто идем в ногу со временем и делаем лучше. Следите за нашими новыми выпусками на телеканале «Трофей». До новых встреч! Ну что ж, продолжаем ходить по выставке «Охота, рыбалка и туризм 2017. Осень». И пришли на стенд компании «Тренд», которые, кстати, и занимаются тем, благодаря чему мы можем ходить по земле, как говорится. Ну, и я передаю слово Андрею, эксперту компании «Тренд», который более подробно расскажет о своей продукции. Компания «Тренд» и сеть магазинов товаров для активного отдыха «Outlander». Мы эксклюзивный дилер торговой марки «Litos» в Украине. Торговая марка «Litos» — это итальянский бренд, организованный в 1991 году на базе производственного предприятия «Mondeox».
Компания Lidos производит обувь с кожаным верхом, обувь с верхом из комбинированных материалов, в которой применяются самые передовые технологии. Это подошва Vibram, это лучшие стельки в мире Ortholite, это свои собственные эксклюзивные мембраны для отвода воды, которые рассчитаны на различные температурные циклы. В данном момент у меня в руках универсальная модель, то есть которая пригодится как для городского режима, так и для прогулок по лесу. В принципе, можно не ходить и на рыбалку. Преимущество в том, что вся обувь проходит гидрофобную отделку верха. То есть, естественно, в любом случае вам понадобятся какие-то гидрофобные средства для ухода за обувью. Но тем не менее, то есть она служит, она отводит влагу. В данной модели Нейтрона температурный режим от плюс 10 до минус 15. Комфортно, сухо, надежно. Также компания Litos производит обувь для более экстремальных видов, как бы так, хобби. Данная модель Дельта предназначена больше для активной рыбалки. Имеет также температурный режим от плюс 10 до минус 15, но имеет ряд преимуществ, то что это нейлон, то есть не требует столь длительного ухода за ним. Можно прийти, снять, утром встать, помыть. То есть тоже обрабатывается спреем, доказано то, что стоя по щиколотку, они не промокают, то есть не служат долго и надежно. То есть это оправданные инвестиции в здоровье ваших ног и хорошо потраченные средства. Также компания Litos делает обувь для самых маленьких путешественников, ботинок, надежный, непромокающий, здоровье ваших детей. Это самое главное на сегодняшний момент у нас есть. Можно смело брать их с собой в горы, на рыбалку, зная, что ноги будут сухие, ребенок не заболеет, кашлять не будет. Обувь также надежна, также торговая марка Vibram. Также используются мембраны, такие же, как и в взрослой обуви. То есть ваш маленький путешественник будет настолько хорошо защищен, как и вы сами. Обувь компании Litos – это обувь для всей семьи. От самых маленьких до самых больших. Мы делаем размеры 35-го. В женской линейке по 48-й мужской. Бешеный ассортимент детских, женских, мужских моделей. Наши цены демократичны, наше качество безупречно. Приглашаем в наш магазин убедиться самим, приобрести себе пару и понять, что такое качество. Ну что ж, гуляли-гуляли и наконец-то пришли на стенд отличной компании Crazy Fish. Кстати, в этом году Троутманию 2017 осень выиграли именно на этих приманках. Поэтому, я думаю, вам будет всем интересно, на что клюет форель, как клюет. И более подробно об этом расскажет Андрей Ведута, эксперт компании. Передаю тебе слово. Приятно. Пожалуйста. Начать рассказ о новинках хотел бы с ТАФа. Это старая модель Crazy Fish. ТАФ – виброхвост для ловли щуки, судака. Но теперь и окуня. Он существовал в одном размере изначально. 5 дюймов, но за 2 года мы проапгрейдили эту модель, и вот сейчас мы презентовали 15 сантиметров ТАФа и 7 сантиметров. Но, к счастью, видимо, ТАФ вызвал большой интерес, и за прошлые дни выставки он продан в ноль, это вот последняя упаковка, которая осталась. Но я думаю, что наши клиенты как можно быстрее донесут его до конечного потребителя, и вы сможете оценить по достоинству эту новую приманку. Также из новинок в силиконовом ассортименте у нас появился экстра-ультра-маленький Polaris. Это для любителей нано-джига, идеальное оружие, длиной 30 мм, вот новый размер Polaris. Попутно с тем, как мы развиваем силикон, ассортимент силиконовых приманок во всех направлениях, это как уход в XXL размер, так и продолжение наших нано-приманок, также мы идем в развитие удочек. Вот, созданы новые модели палок для нано-джига, изначально они создавались для нано-джига, также они будут прекрасно подходить под ловлю форели, ариа-форели, местами стримовой, не суть. Это палки абсолютно эксклюзивные. Принимали участие наши лучшие билдеры MMM Rods, MMM Team. Полностью по эскизу Романа Митюрича, по его проекту создавались эти палки. Одна из них тестом до 1,5 грамм, от 0,2 грамма до 1,5. Вторая тестом от 0,3 до 2,5 грамм. Мы постарались сделать ее максимально качественной, насколько это в принципе было возможно. Использовались самые высокомодульные тореевские бланки, лучшая Fuji фурнитура, палка до 1,5 грамма оснащена кольцами со вставками из Торзайта, до 2,5 из Сика. Ну, все максимально идеально продумано и рассчитано вот нашими лучшими умами и максимально хорошо исполнено нами. Это две палки для нано-джига. Новость для тех, кто будет
ловить новыми приманками полярисами в новом размере. И, в принципе, это оружие, которое можно ловить все виды рыб. Это новый стиль ловли. При должном подходе можно действительно ловить с каждой проводки. И в прилове может быть абсолютно что угодно. Это вдобавок к массе ощущений, которые принесет палочка, тестом до 1,5 грамм. То есть я сам рад, что мы наконец-то создали это. Я думаю, наши клиенты оценят по достоинству. Для любителей лайтовой ловли весной поступит в продажу серия «Орион». Это также максимально высококачественные тореевские бланки, Fuji фурнитура, тоже титановые кольца. То есть фишка палки – это максимально легкий вес и максимально быстрый строй. Такие рапиры, иглы. В серии 5 удилищ, все от ультралайта до лайта. Основное предназначение – это микроджиг, хотя при их строе это, конечно, универсальная палка, можно и твичить, и работать блёстками. Также, так как мы создаем очень крупные приманки, мы ушли в диапазон тяжелых палок. И в нашей одной из самых продаваемых палок Aspen Steak, серии Aspen Steak, появились палки вплоть до 100 грамм тестом по верхней границе. Это будет, опять-таки, дополнение к приманкам Slim Shady, которые мы будем продавать в течение нескольких недель, уже начнем продавать, они поступят на склад. Приманки весом там до 70 грамм уже нужно кидать правильным инструментом. Так вот, Aspen Steak как раз создавались именно для них. Созданы они на митсубишевских бланках, поэтому достаточно легкие, звонкие, относительно сухие палки. Отличный инструмент для тех, кто любит ловить крупными приманками. Наконец-то мы проапгрейдили серию Ebisu. У нас две палки, два подразделения: Ebisu Gold и Ebisu Violet. Мы усовершенствовали бланк, он стал более высокомодульным. Мы поменяли дизайн ручки и полностью изменили кольца. То есть, в принципе, это Ebisu, стиль палки остался тот же, но абсолютно все ее компоненты стали на уровень выше. Цена при этом не меняется, она будет продаваться по той же цене, но теперь это максимально уже приятный инструмент. Палка стала более звонкой, более быстро за счет новых колец, ну и гораздо более приятной по дизайну. Это будет в продаже, опять-таки, уже весной. В принципе, вот по ассортименту новинок это все, но на весну готовится огромная серия форелевых приманок. С Мартином Форбаком мы разработали 9 новых приманок силиконовых, новые блесна, огромное расширение цветовой гаммы блесен, не только модельной, но и цветовой. Не буду пока рассказывать, будет один большой сюрприз и дизайнерский. Новая силиконовая приманка, которая порадует и дизайном, и своей работой. Вот весной мы планируем ее презентацию. Всех приглашаю на наш стенд. Мы постараемся сделать шоу. И, надеюсь, в интернете она будет доступна, порадует вас. Ну что ж, господа, ходили-ходили и наконец-то пришли на стенд замечательных людей, потому что они делают удобным наш отдых для охотников, для рыболовов. Вот вы уже видите, компания Lifestyle Camper, Lifestyle Camper, и эксперт компании Андрей Пилявский расскажет более подробно о своей продукции, потому что она действительно интересная. Она разная, потому что вот здесь стоит два, но их множество может быть, правильно? Поэтому, Андрей, тебе карты в руки. Пожалуйста, рассказывай о своей продукции. Поехали. Мы производим кемперы. Это, можно сказать, мечта любого охотника и рыбака, который обеспечит комфортный отдых на природе. Значит, внутри есть спальное место 2 метра на 1,40 м. Удобные подушки, пенный матрас с ламелями, который обеспечивает вентиляцию воздуха. Внутри есть телевизор. Можно подключить автономный отопитель Webaster. Внешнее освещение LED и внутреннее тоже. Внутри идет люк. В стандартной комплектации идет люк простой. За дополнительные деньги можно установить люк с вентилятором, который будет охлаждать, гонять воздух, чтобы было удобно, комфортно находиться внутри. Наверху идут уже в базе рейлинги, на которых можно закрепить маркизу. Она есть двух типов, веерная и прямая. Размер у нее 3 метра, 2 метра. То есть дополнительно будет навес, чтобы солнце не светило, дождик не капал.
Наверху можно поставить солнечные панели, для того, чтобы можно было подзаряжать встроенный аккумулятор, который находится здесь. Здесь в кухонном блоке есть газовая плита, термохолодильник, в котором можно складывать продукты. Стоит здесь аккумулятор 100 ампер-часов. Здесь есть мойка из нержавейки с электрокраном. Внизу идет бак на 50 литров из нержавейки. Здесь консоль управления, где есть 220 вольт розетка со встроенным инвертором на 1000 ватт, включение-выключение питания в самом прицепе, включение-выключение LED-освещения, выключение холодильника и включение инвертора. USB розетки, вольтметр, который показывает заряд вашего аккумулятора, и прикуриватель. Дальше у нас идут ящички такие, где можно складывать всякие вещи, там посуду, вот удобные, кому надо, вилки, ложки, водичка, то есть все красиво, все хорошо. Аккумулятор заряжается, и специальная розетка CE17, где можно подключить спокойно ее к розетке, и аккумулятор будет заряжаться. Здесь же стоит автоматическое зарядное устройство, которое будет подзаряжать аккумулятор. Аккумулятор еще можно заряжать, вот есть отдельное гнездо здесь, солнечную панель, или подключить к автомобилю, чтобы он во время езды заряжался. Здесь идет заливная горловина, которая позволяет залить 50 литров воды, для того, чтобы можно было пользоваться водой. Прицеп покрыт защитным покрытием LineX. Это крепкое, надежное покрытие, которое выдерживает любые нагрузки. Там камни, песок, поцарапать его металлом можно. То есть вот вообще без проблем, царапин нету. Вот, я могу его царапать как хочешь. То есть оно очень крепкое, надежное. Ребята с Grand Protect в детской площади делают нам вот это замечательное покрытие. То есть оно выдерживает любые нагрузки абсолютно. Также можем предложить классический каплевидный кемпер, так называемый в народе TR-Drop, каплевидной формы, который также используется там и для охотников и рыбаков, но больше для туризма, благодаря своему внешнему виду. Весит он всего лишь 500 килограмм, точно так же, как и этот прицеп, который я вам рассказывал. Значит, он покрыт нержавеющей сталью, которая не ржавеет никогда. Он очень прочный, тоже надежный. В конструктиве то же самое, идет в нем двухспальный матрас, 2 метра на 1,40 м, телевизор, Т2. В базе, правда, не идут рейлинги, они оставятся за отдельную плату. Точно так же есть люк, который тоже можно ставить его с вентилятором. Колеса у нас идут простые, классические, с колпаками, с нержавейки. Окна здесь идут тоже у нас открывающиеся абсолютно, еврозамки. То есть этот прицеп можно спокойно прицепить к любой легковой машине категория Б, и человек спокойно себе едет, путешествует тоже на рыбалку без проблем. Здесь идет торсионная ось до 75-60 кг. Вот, тоже можно ставить и амортизаторы сюда. Также здесь кухонный блок есть. Друзья, если вы решили купить или заказать у нас такой прицеп, добро пожаловать к нам в гости. Проспект Победы, 53, город Киев. Ждем вас. Всегда можете к нам прийти на производство, посмотреть, заказать, обсудить комплектацию, сроки. Мы готовы вам сделать и воплотить вашу мечту и подарить ее вам. Спасибо за внимание.